Ну что ж, мы выяснили, что у нашего Линка был замечательный меч, огроменный, красивый, с которым он, собственно, мог болтать. Ладно, наше путешествие по воспоминаниям продолжается. Открываем альбомчик. Следующее место, которое нам необходимо найти, вот это вот. Здесь мы можем увидеть замок Хайрул, плато, на котором стоит этот замок. И где-то неподалеку от плато есть вот эти вот колонны, но, по всей видимости, сейчас это просто руины. Что ж... Оседлаем нашего Игого-бро и поехали. На поиски нового места воспоминания. Замок у нас вон там он. Можно его отсюда даже увидеть. Вон, башня его торчит. Значит, нам нужно двигаться в ту сторону. Оу, в этом замке сам Ганнон сидит. Издалека не было видно его гнева, который окутал замок. Значит, слишком близко туда подходить не стоит. Неподалеку от замка есть башня, надо бы туда забраться, раскрыть эту местность. О, стопы. Там у нас ходят древние машины. Попробуем его тихонечко объехать. Хайрульский гарнизон, вот где мы сейчас находимся. Главное, чтобы на этом гарнизоне нас не подстрелили. Музыка сменилась. О, почти сзади, прыгай. Только не в конягулу, фух, повернулся. За дерево. Черт подери. Ух, какой здоровый, какие здоровые! Батюшки! Двое целятся. Бежим. Виляем. Ух, горячо как. Все, выносливость кончилась. Оу, рядышком! Ядрен батон! Походу, мне здесь делать нечего. Вот так вот. Фух. Пока что они меня не видят. Очень много было комментариев о том, чтобы... Да встать с их! И калашмари. Хочу огорчить тебя, мой юный друг. Стазис на них не работает. Машины созданы таким образом, что любая магия против них бесполезна. Так, они меня палят. Ладно, залезем с другой стороны. Шапочка для скалолазания мне сейчас пригодится. Нам лезть высоко. Еще чуть-чуть. Опачки! А это кто? С какой стороны? А, вон он. Ну, там просто башня одна. Она не страшна нам. Ползать она не может. Тактика у нас с тобой сейчас следующая. Нужно как можно скорее туда взобраться наверх. Иначе нас поджарят. Давай, Линк, прыгай. Прыгай. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Фух. Есть. С другой стороны. Твою ж налево. С двух сторон. Есть. Залезли. Шапочка для скалолазания меня выручила. А вот и карта нам открылась, смотри. Теперь мы знаем, где находится то место с наших фотографий. Прям вот оно, выделяется. Нам нужно вот сюда. По крайней мере, я так думаю. Если это не то место, то оно где-то здесь тогда находится. В общем, сейчас нам предстоит это узнать. Но сперва... Настало время уничтожить хотя бы одну башню, чтобы она тут нам нафиг не мешалась. Значит, одеваем нашу кувалду железную. Проверяем лук. Стрелы. Все, огонь. Можно начинать. Значит, десантируемся. За десант! О, вот это я зря сделал. Давай, скорее, а то подстрелят. Фух, ну. Фух, нифига себе. Это было очень близко. Чуть свой пукан не поджег. Так, нам нужно обижать теперь этого хранителя. Врубаем нитро и бежим скорее. Давай, должны успеть, должны. Есть! У-хей. Обходим его сзади. Сейчас присядем. Он успокоится, и мы ему контр-атаку устроим сейчас. Все, он успокоился. Подкрадываемся к нему тихонечко. Тихонечко, вот так вот, чтобы он нас не слышал. Угу. И раскручиваем кувалду. Вот так вот ему. Оу, нифига себе. Он не может развернуться здесь.
Мы сломали кувалду, надо ее заменить. На что? Вот давай вот эту бокопалицу здорово возьмем. Тихо, нельзя в меня стрелять. Разгончик. Бокопалица сломана. Лук поломан. Черт, я все оружие опять сейчас переведу на этого здоровяка. Пошли в дело тяпки. Пошел культяпи вихрь. Ух, горячо как. Забыл, что лук сломан. Надо сейчас лук одеть. Здоровье у нашего хранителя совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, что сейчас мы его добьем. Получай по шапке. О, еще сломал. И мы его грохнули. Наконец-то. Как же меня бесит их лупить, они такие тяжелые. Точнее, они непробиваемые. Что у нас тут? Древняя пружина, древний вал, древний винт. Отлично, это пригодится для улучшения нашего планшета. А это что такое? Что за палка? Ржавая алебарда. Видимо, когда-то этим копьем сражался отважный рыцарь. Но ветер и непогода сделали свое дело. Ну да, алебарда такая, смотри. Ржавенькая, дырявенькая. Но пригодится, учитывая, сколько мы оружия потратили на этого хранителя. Того мы трогать не будем. Там где-то, где эта башня светящаяся, крутящаяся, не вижу ее. Короче, трогать мы ее не будем. О, сколько яблок, надо собрать. А там-то ты посмотри, сколько яблок. Достаем, значит, наш топор лесоруба. Рубанем сейчас это дерево с тобой. Вот так вот. Мы лесорубы, мы не плотники. Хорошо. Так, а где наш конь? Игуго, бро, скачи к нам, как ветер. Ой. Игуго, бро, ты где? Ты мне нужен поскорее. Чуваки, я не хочу с вами драться, вы какие-то слишком большие. И похоже, что вы бессмертные. Ладно. Игуго, бро, где ты? Скорей. Помчали отсюда. Ой. Беги скорей. Черт. Меня сейчас выстрелят нафиг. Нет, вроде укрылись. Хватит яблоки тырить, беги! Мчим! Ух, это было близко. Мы почти доехали до нашей отметки. Вот это вот место. Здесь, конечно же... Ой, хранитель! Надо поаккуратнее здесь. Как их тут много. Похоже, чем ближе к Ганону, тем больше этих хранителей. Ну да, и там тоже ходит. Так. Стой. Дальше я пойду без тебя. Твою налево, не пугай меня так. Я думал, что это хранители пришли. Ага, сейчас из лука меня хотел, да? А ну пошел вон. Рассыпать? Ты руку его схватил? Ты это брось! Тебе нельзя его руку брать. Слушай, ну эти скелеты... Не такие уж и... Руки куда поехали, стойте. Я вас заберу. Лапа моблина. Можно использовать как оружие. Отлично. Фух. О, лук. У меня как раз лук сломался. На самом деле, эти костлявые здоровяки не такие уж и серьезные. Один удар, и они рассыпались. Так, значит, давай мы лапу моблина возьмем. Вот такая вот. И смотри, какая-то здоровая. Еще и шевелится. Прям можно ужастик снимать какой-нибудь. Хорошо, давай мы ее пока спрячем. И попробуем прокрасться сюда. Оп. Ямочка небольшая. Ну да. Точка воспоминания здесь. Надеюсь, пока я буду вспоминать, меня не подстрелят и не поджарят эти роботы. Что ж, рискнем здоровьем. Это, кстати, самое первое воспоминание, которое у нас есть в альбоме. Попробуем вспомнить. Конечно же, нужно посмотреть и сравнить это место с фотографией. Вдруг не туда приперся. Да, это место уже наполнено злобой. Избранный мечом, сокрушителем зла, герой Хайрула. Сила твоего духа и воинская доблесть не знают себе равных. Именем богини Хайлии благословляю тебя. Ни время, ни сумрак, ни на небе, ни на земле. Ничто не в силах разорвать узы, связавшие высший меч и душу героя. Пусть грядущее не сломит тебя.
и оградит от беды сокрушитель зла. В глубине веков рожденный. Но и театр. Как будто конец света скоро. Что, надоело? Ты же нам сам все уши прожужжал об этом древнем обряде посвящения в рыцари. Так что не жалуйся. Скажу вам, не уверен я в этом парне. И что-то мне подсказывает, Зельда тоже. Дело в другом. У нее просто комплекс неполноценности. Именно поэтому она такая скованная. Да у меня как бы тоже комплекс неполноценности. На фоне вас-то. Вы такие герои, прям герои-мутанты. Ну вот, еще одно воспоминание в копилочку. А теперь тихонечко отсюда сваливаем, пока нас не поджарили на шашлычок. Ту-ту-ту. Следующее воспоминание находится у нас вот здесь. Значит, нам теперь нужно направляться в сторону летающей вот этой вот бандурины. Мы узнали с тобой, что относительно недавно, ну как, 100 лет назад, перед самым боем с Ганноном, меня посвятили в рыцари. И после этого посвящения практически сразу появился Ганнон, и я отправился на фронт. Вон она, та летающая бандурина. Она, кстати, сейчас почему-то зависла в воздухе, непонятно, что она там делает. Можно нам как-то увеличить? А, нет, она не зависла, она летает. Значит, нам нужно направляться теперь в ту сторону. О, мои юные зрители, да? Значит, у них огненные стрелы, это очень плохо. Это очень плохо. Коняшка, стой! Стой! Не беги туда! Черт, они мне сейчас коня сожгут! А у меня есть огненные стрелы? Надо им ответочку зарядить. Одна. Одна огненная стрела. Ладно. Значит, коняга, убегай. Вот так вот вам. Капец, ну и как через такое огнево прыгать? Жесть. Коняга, мне нужна твоя помощь. Без тебя я туда не перепрыгну. Давай, рви, мети! Прыгай! Черт! Ну, скачи! Опа! Твою ж налево! Бедный конь! Стрел нету. Надо переключиться. Как близко-то, а? Бегу! Поближе надо подойти. Вот так вот вам! Ёшки-матрёшки. Капец, это было очень экшово. Просто пнул меня и все. Посмотри, почему это у меня вот так вот светится оружие? Словно молнией она заряжена. Ладно, сейчас попробуем. О, ты видал, как молния шандарахнула рядышком с нами? И в меня чуть не шандарахнули огненной стрелой. Ты посмотри. Ты только глянь, у меня оружие во время дождя может схватить молнию. Типа, я как Зевс почти. Ты смотри, как искрится меч. Ёпарасоте. Молния прямо в меня бьет. Короче, оружие такое лучше не доставать в дождливую погоду. Будем, значит, лапой моблина всех калашмарить. А вот и нет у меня больше лапы моблина. Последняя стрела. Опять все стрелы израсходовал. Ужас какой. Дождь же идет, точно. У меня грозовые стрелы есть. Сейчас-то ты отхватишь. Вот так-то. Почему я додумался до этого только сейчас? Жесть, ты посмотри, что творится. Как шандарахают молнии здесь. Ужас какой. Ну что, коняшка, продолжаем наш путь. Надо только аккуратненько. Я не понимаю, почему я в доспехах и по мне не бьет молния. А когда я достаю меч, она по мне как шандарахнет. Это ж просто капец. Ёшки-матрёшки, чё так страшно-то?
Конь, тихо, не пугайся. Все нормально. Она прям туда бьет, где я проехать хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Так, ладно, поехали. Да. Дела плохи, очень плохи у нас. Надеюсь, она в меня сейчас нигде не шандарахнет. Может, мне доспехи тоже снять куда подальше? Одену лучше тунику воина. Вот так. Здесь у нас база гоблинов, но никого нету. Все попрятались. О, здрасте, мордаси. Черт, меч. А меч доставать нельзя? Придется луком. Как насчет молний? Ой-ой-ой. Я еще и коняшку свою шандарахнул. А это что такое? Желтое желе чучу. Током не бьет. Только слегка кожу покалывает. Но от удара взрывается, выпуская электрические разряды. Нифига себе, я желе зарядил электрическим разрядом от своей стрелы. Прикольно. Коняшечка, я тебя сейчас покормлю. Ты у меня столько натерпелась. Держи, кушай. Кушай, моя дорогая. Прелесть моя, блондинистая. Ну все, молнии закончились. Этот ад прошел. Пора и взобраться наверх. По-моему, без тебя, красотка, не обойтись. Давай подъедем сюда. И я с тебя туда запрыгну. Опа, есть. Алебарда. Пополняем запас оружия. Че в ящике? Взрывная стрела, 5 штук. Шикарно, это нам очень пригодится. О, еще оружие. Ржавый клеймор. Пиликает детектор светилища. Показывает, что где-то здесь есть светилище. А, вон оно. Поехали, доедем до него. Так, все, стопэ. Дальше ты не поедешь. Дальше я сам. Здесь нет этих роботов? Вроде бы чисто. Светилище Залтава. 2 сферы. Угу. Какая интересная штука светится посередине. Ее можно как-то оторвать, забрать с собой? Не, нельзя. Значит, нам нужно уронить вот эту сферу вот сюда. В это отверстие. Нам понадобится наш магнезис. А-а-а. Шиш бы там был. Так просто не получится. А что если попробовать взрывной волной? Давай попробуем. Должно, по идее, прокатить. Опс. Оно... А куда оно делось? Куда шарик делся? Можно мне еще один, пожалуйста? Неужели он туда упал? Пойдем-ка нажмем вот на эту кнопочку. Я думаю, что еще одна сферка должна упасть. Или это совсем... А, она открывает двери. Ясно. Блин, а где еще сферу получить? Слушай, тут такой квадрат синий. Может быть, это дело все заморозить? И тогда что-то должно получиться. Ага, воды-то нету, чтобы замораживать. Может быть, эту штуку ударить нужно? Ух ты! И вправду надо было ударить. Может, еще разок? А, она деактивируется. Вон она чего. Что, если мы попробуем поставить бомбу сюда и подорвать? Работает. Значит, делаем следующее. Кладем здесь. Главное не подорваться. Значит, теперь делаем следующее. Бежим. О, как далеко. Не в ту сторону улетел. Но подкинуло знатно. Хорошо, давай попробуем без бомб. Я просто попробую подпрыгнуть. Не достаю так. Так не достаю. Еще разок попробую с бомбой. Надеюсь, меня это не уничтожит. Окончательно. Так. Есть! Получилось. Что мы здесь наверху имеем? Сфера. О, нифига себе, это она оттуда сюда залетела? Подбираем ее. О! Че, вы хотите сказать, что я все прошел? А зачем тогда сфера нужна? Подожди. Сундук вон вижу. Короче, кидаем сферу вниз. Бежим за сундучком. Надеюсь, здесь что-нибудь интересненькое. Рыцарский лук. Таким луком пользовались рыцари замка Хайрул. Очень надежен и прост в использовании. Сделан из металла, поэтому служит весьма долго.
Шикарно! Мне такого лука давно не хватало. А теперь пойдем разберемся с этой сферой. Есть у меня одно предположение. Тут его просто нужно бросить. Туда. Оп! Что произошло? Ага. Открылась здесь дверца. Берем эту сферу. И просто кидаем туда. Интересно, я докину или нет? Максимально ближе подходим. Да, докинул. Что это сделает? О-о-о. Мы с тобой, короче, сломали систему. Смотри, как это все работает. Ну, я дал, конечно, жару. Когда вот эта штука сейчас поедет на меня, я просто ударяю и запрыгиваю. Вот как это работает. Короче, со сферами можно было даже не заморачиваться. Опять молнии, да вы издеваетесь. Капец, 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 ботинки, ботинки, ботинки надо снять. Надеть. Ой-ой-ой. А, у меня меч был. Какие в топку ботинки. Значит, меч мы сразу убираем. Без меча пока походим. Фух. Ничего себе, она сзади меня как шандарахнула. Вовремя я убежал. Но из-за дождя я, кажется, туда не заберусь, да? Это будет слишком... Да, я скатываюсь. Конягу, ты что здесь забыл? Я тебя не здесь оставлял. Жёванный торт. Капец, и как мне теперь тебя отсюда вытащить? О, жесть. Плохие дела. Очень плохие. Давай попробуем взобраться и посвистеть. Может быть, он каким-нибудь макаром чудесным и магическим вылезет оттуда. Иго-го, бро. Давай, удиви нас. Не может до вас добраться. Очешуенно. Продолжаем наше путешествие на своих двух. Как обычно это бывает. Все пошло не по плану. О! Вот это фарт. Кони. Скелеты. Нет, ребят, я, пожалуй, можно... ладно. Черт, нет, эту стрелу я не буду использовать. Я обычный шандарахну. Вот так. Че, сразу сдох? Погоди, если скелетом стрелять в голову, они сразу мрут? Это же просто гениально! Так, наша с тобой задача. Очень тихо подкрасться и свистнуть красивого коня. Желательно мощного. Чтобы в нем было там 300 лошадей. Чтобы он мчал как Феррари. Сейчас, тихонечко. Я думаю, стоит брать темненьких, да? Их там двое как раз. Или рыженького. Не, темненькие покруче будут. Сзади, конечно, опасно очень подкрадываться. Они могут легнуть. Поэтому я попробую максимально близко к ним подойти и запрыгнуть. Стой, 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 блин. Куда ты? О, черный конь. Так, охота на черного коня. Мне нужен черный конь. Какой же он красивый. Слушай, его ночью, наверное, вообще не видно. А что, если я яблочки достану? Поведутся, не? Как думаешь? А, я все яблоки сожрал. С голодухи все схавал. У меня есть бананы еще, но... Не факт, что они сработают. Ладно, все, побежали, 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 побежали. Я тебя догоню. Ладно, пойду хотя бы светлячка поймаю. И со светлячком тоже пропанился. Вон, вон, вон. Идет ко мне, смотри. Можно я лягу? Интересно, он мимо меня пройдет? Красавчик, давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И... Есть! Попался. Тихо, 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 не брыкайся, не брыкайся. Ё-моё. Ну ты мощный. Надо было его похлопать, а я что-то провалил этот момент. Хороший конь, хороший. Попыточка номер 3. Да блин, чё ж мне так сегодня? Вы достали, да? А, меч, 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 надо меч достать. Дайте мне лошадь собрать. Точнее, поймать. Собрать лошадь. Она же не конструктор, чтобы ее собирать. Так. Меч сломался. Да капец. Ржавую алебарду будем юзать. Проткнул жалеечку. Смотри, а что это там светящееся летает? Не понял. Как оно блестит. Это что такое? Что это за фигня? Пойдем-ка поймаем. Я, конечно, не знаю, сможем ли это поймать. И руками ли это ловить. Но штука интересная. А еще за мной охотятся летучие мыши, да? Ай, достали.
Ща как глаз проткну! По звуку это напоминает моих маленьких лесных друзей. По-моему, это он и есть. Сейчас попробуем его поймать. Ха, точно, это он. Возвращаемся к нашим лошадям. А где лошадь? Черная лошадь? Куда она делась? А, вон она. Фух, я уже испугался. Я думал, что она только ночью появляется. Это какая-нибудь призрачная лошадь. Максимально снижаем скорость, чтобы она нас не слышала. Тихо. Ну хватит. Да что ж такое, какая она резвая-то, а? Второй раз меня уже скинула. Хотя я ее похлопал. Успокаивал ее. Давай попробуем отдать ей редиса. Может быть, она редис любит? Это все, что у меня есть такого. Может быть, хоть с редисом у нас получится как-то задружиться. Я тихонечко к ней подойду. Не буду сильно шуметь. Конечно. У меня есть редис. Будешь редис? Смотри, что у меня есть. Головой машешь. Не, типа, не буду. Останет меня. Ну, пожалуйста. Ну, возьми редис. Ох ты ж, ё-моё, а! Стой, редис, только не порть. Дай его заберу. Тихо. Давай мы с тобой задружимся. Ну, чё ты? По-братски. Ну, хорош. Мы же уже с тобой... Стой, гуру! Слушай, а может быть с бананами прокатит? Давай банан попробуем. Эй, бро, будешь бананы? Может, бананчики любишь? Смотри, какой засранец, а!